Простите за любопытство, но сейчас 2021 год. Площадь Стамбула огромная. На какой улице нам искать нас? Если у тебя есть более гениальная идея, скажи. Мы уже пробовали твои глупые способы. Брат, не сердись. Но разве мы не ведем себя глупо? Хорошо. Поехали в ресторан. Нас наверняка позвонила Шебнем. Шебнем выведет нас на нее. Конечно. Нас во что ты меня втянула? Хвала карме. О чем ты? Это означает, что все, что с тобой случилось, произошло из-за твоих собственных действий. Ты годами манипулировал людьми. Ты зарабатывал деньги на их боли. Вселенная решила, что тебе пора за это заплатить. Что ты несешь? Я помогал этим людям годами. Благодаря мне они уберегли себя от совершения ужасных ошибок. Может быть, ты ужасная ошибка, Нас? Мы оба знаем, что ты совсем не посол доброй воли, как ты утверждаешь. Послушай, мальчишка, не зли меня. Что ты вообще знаешь о любви? Была ли у тебя любовь? Хотя бы отношения? Садись. Садись в машину, идиот. Алло? Алло, Шебнем, привет, это Нас. Нас? Где ты, дорогая? Мы до смерти волнуемся. Хорошо, ты не хотела ни с кем говорить, но могла мне сказать, с тобой все в порядке. Тише, Шебнем, я в порядке, успокойся. Хорошо, где ты? Чей это телефон? Чей телефон? Фирата. Кто это? Фират, это... Фират мой спаситель. Я тебе все расскажу. Стой! Не выходи! Почему? Шебнем ни за что не скажет нам, где Нас. Давай отъедем туда, где нас не заметят. Когда Шебнем уйдет, она отправится к Нас. Мы проследуем за ней. Вы правы. Быстрее, быстрее, жми, жми. Ты идиот? Почему остановились? Мы упустим такси. Что мне делать? Я не могу перепрыгнуть светофор. Не волнуйтесь, в этом месте всегда пробки. Здесь жила моя покойная тетя, так что я знаю. Земля ей пухом. Что Нас там делает? Мне тоже интересно. Скоро узнаем. Вперед, зеленый. Ну, наконец-то. Повежливее, леди. С чего мне быть вежливой? Сколько раз я просила вас ехать по навигатору, но мы добирались сюда через Балканы. Поездка должна была стоить 50 лир, а не 95. Если бы мы ехали так, как вы сказали, мы бы ехали 2 часа. Правда? Я записала номер твоих прав. Я сообщу во все необходимые инстанции. Это ограбление средь бела дня. Ты не заслуживаешь этих денег. Ты слышал? Я это не одобряю. Тебе это ясно? Жду с нетерпением. Смотрите-ка, вы это слышали? Вот наглость. Простите, этот таксист доставил вам проблемы? А вот тебя я и искала. Тебя только не хватало. Разве женщины могут отстаивать свои права без других мужчин? Нужно превратить все это в проблему, да? Послушайте, вы меня не поняли. Я просто хотел помочь. Хорошо, как бы то ни было, я ищу кого-то по имени Фират. Геолокация указывает, что он здесь. Я понял. Вы здесь из-за сбежавшей невесты. Кем вы ей приходитесь? Буду признательна, если вы не станете придумывать клички моей подруги. Значит, Нас здесь. Где она? Язык проглотил.
Ну, хватит. Ты достаточно помогла. Не стоит чувствовать себя в долгу перед нами. Нет, все нормально. Работа с открытым огнем очень успокаивает. Собираю энергию для встречи вечером с моей тетей и отцом. Дай посмотреть. Серьезный ожог. Нужно опустить руку под воду. Давай. Сильно болит? Так всегда вначале. Потом привыкаешь. Когда я работал с огнем в детстве, я обжигал себе руки каждую неделю. Нас, милая. Шабнем. Я так рада. Ты в порядке? Конечно. Слушай, я с тобой, несмотря ни на что. Клянусь, мне никогда не нравился этот Таиланд. Я действительно очень рада. Позволь мне признаться. Одна часть меня гадала, где ты, а другая сразу же хотела пуститься в пляс от радости. Мне очень жаль, но, к сожалению, в жизни всякое случается. Мне хочется танцевать вместе со всеми этими людьми прямо на улице. Тайлан, ты позвонила ему, Шабнем? Конечно, нет. Как я могла? Он преследовал меня. Нас! Что этот человек здесь делает? Ай, Всевышний! Это не тот доктор, который сделал передачу Сасуман. Пойдем отсюда. Уйди, я с тобой не пойду. Пойдем, Нас, быстрее. Не будь смешным, Тайлан, уходи. Что такое?